Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ребята из Сугутской школы Батыревского района для своего кукольного театра все делают своими руками. Во-первых, они сами играют, во-вторых, шьют кукол и рисуют декорации. С юными талантами познакомилась наша съемочная группа. В Сугутском сельском доме культуры сегодня особенно оживленно. Детский кукольный театр готовится к премьере новой пьесы «Помогите дракоше». Давай посмотрите на него. У него уши, он какие большие. Он их выдумал. И так вся вода на твои уши идет. В репертуаре детского кукольного театра сегодня 18 спектаклей. Подготовка к каждому начинается с разработки необходимого реквизита. Собираемся вместе, выбираем, для какой пьесы нужна игрушка. Для театра мы шьем разных животных. Ничего не покупаем в магазинах, все делаем сами. На пошив одной куклы в среднем нужно около 12 часов, если трудиться в несколько пар рук. Поэтому работа кипит каждый день. Сначала берем ткань и шаблон. Шаблон мы переносим на ткань. Потом по этому рисунку аккуратненько вырезаем и подбираем нитки и фурнитуру. Потом начинаем шить. Фартуки, прихватки, игольницы, мягкие игрушки. Работа кружковцев – отличный подарок к любому празднику. Свои творения ребята часто продают на сельских ярмарках, а на вырученные деньги ездят на фестивали и конкурсы. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.